Газуй, ты уже? Я тебе говорю, что, короче, вчера у нас, мы проводим на нашем канале, на нашем интернет-видении уже большие интервью. Были маленькие, с тобой у нас несколько роликов, правильно? Вчера у нас был фантастический эфир. Девушка из Одессы, наша землячка, украинская армянка, сейчас живет в Германии. А в Одессе у них мелодия мрамора, бизнес с мрамором. И вот они с подругой Татьяной бизнес, вот, короче, 1700 километров делают. И у нас вчера получилось очень интересно, мы очень долго общались, три части. И в одной из частей я появляюсь с твоим куском лаваша. Угу. Сейчас, кстати, фото надо будет показать. Ага. С твоим лавашом, а мы лаваш подсушили. Почему? Потому что мы готовим танапур, когда спас, вот неделю назад делали. Мы как хаш, понял, делаем? Твой лаваш делаем сухой, да. Сверху первый слой, я обожаю, да, люблю. А дальше уже кушаем так, как положено кушать. В общем, вчера я появляюсь в кадре с лавашом и говорю, я Самвел, украинский армянин, спустился со своих армянских гор. Гуарджан, а у вас там в Германии есть такой армянский лаваш? Он говорит, не поверишь, мы только вчера, говорит, ели наш армянский лаваш. Я говорю, откуда? Она говорит, из Польши. Я говорю, а это лаваш нашего Феликса, он для церкви дает, мы берем в церкви его. Говорю, я его называю божественный лаваш. В общем, вчера у нас больше 4 часов получается прямой эфир, и мы о тебе даже, видишь, твоим лавашом там были. Спасибо, Самвель. Так что такие дела. Спасибо. Джан, фото-мото.